37 тысяч тюменских школьников получают в эти дни продуктовые наборы. Это альтернатива горячему питанию, который полагается детям из малообеспеченных семей. Сок, яблоки, сгущенка, колбаса, сыр – это неполный список, который согласован с Роспотребнадзором. В каждой школе он может отличаться и зависит от поставщика питания. Разовый прием пищи для льготников стоит 80 рублей. Наборы формировали на 10 дней. График был составлен очень четко. Родители шли вовремя по своему времени, которое было обозначено. Все были в масках. Что хочется отметить, что родители тоже молодцы. Ситуацию понимали досконально. Чтобы это была продукция не скоропорт, то есть подлежащая длительному хранению. С нашими проверенными поставщиками, которые выиграли эти лоты и заявили только качественные продукты.